тут же всем напоминаю, что вы можете убивать членов своей команды. Это нежелательно, но такая возможность есть. Поэтому своих стараемся не стрелять. Да? Да. Все. Теперь что? Теперь самая важная штука – техника безопасности. Смотрим перед собой, чтобы внезапно перед лицом не оказался свои головы. Вдруг с пистолетом на вытянутой руке, чтобы вы не ударились лицом. Встречаемся в ближнем бою. Фехтование пистолетом, выпады, удары сверху, снизу или по штуке. Из кикбоксинга тоже неприемлемо.